правильный вектор, чем они должны заниматься. «Дерево удачи» – такой подарок силовикам сегодня подготовили журналисты, закрытой больше полугода назад газеты «Голос Республики». Вместо листьев – подсказки, чем на самом деле должны заниматься люди в погонах. Пока же вместо правопорядка они запугивают, следят или вербуют независимых журналистов. Продолжаются звонки, продолжаются какие-то встречи, где идут угрозы, шантаж, попытки как-то завербовать. Если брать мой пример, то на меня попытались надавить через моего супруга, угрожая ему увольнением. Кнопку тревожную нажимайте! То, что бывшим республиканцам увольняться уже практически неоткуда, силовиков волнует мало. Но о каждом шаге журналиста Сергея Зелепухина, к примеру, сотрудники спецслужб знают наперед. Недавно к нему обратился некий жандос с дружеским советом, мол, работает Сергей не там и не на тех. Начал он с того, что мы своей деятельностью затрагиваем, вот буквально его слова, интересы больших пацанов. Что за большие пацаны, какие, откуда они, что и как, в принципе, он это не говорил. 619. Кстати, в коллекции бывших сотрудников республики уже есть 3 номера таких доброжелателей. Все они недоступны. Вас не может ответить на ваш звонок. Пожалуйста, оставьте голосовое сообщение после сигнала. А вот, например, некий Бахтияр. В социальной сети Facebook он определяется как Иван Трофимов. Иван известен тем, что постоянно добавляется в друзья к независимым журналистам и оппозиционерам. Надо поддерживать друг друга. Надо поддерживать друг друга. Видите, нас как-то поодиночке пугают, разоряют, сажают. Для журналистов «Голоса Республики» дело пока ограничивается задушевными разговорами и дружескими советами не работать в неблагонадежных изданиях. Сегодня в редакции всего пара человек, кто до сих пор не сталкивался с бойцами невидимого идеологического фронта.